Доброе утро. Поднял двоечку. Посмотрим, как полетают. Поднимаются. Ну, камера всегда, конечно, отдаленно показывает, но поверьте, поднялись. И камера, и телефон всегда отдаленно показывает. Что на самом деле видишь, это большая разница. На самом деле всегда отдаленно показывает. Все как-то так посмотрим. Сокол атаковал, сокол атакует голубя, сокол промазал, гонит до низа, промазал. Подлец, не было тебя, не было. Откуда ты взялся? Откуда ты взялся? Откуда ты взялся? До низа гнал. До низа. Один вверху остался, один внизу. Не знаю, упал. Один только что вот здесь видел, мелькал. Ну вот только же. На паузу нажал и сразу напал он. Куда он делся? Куда он делся? Вот. Еще и незаметно, видите, ласточек куча летает. Он похож. Иногда даже путаешь, ласточка это или сапсан. Вверху голубь. Вверху остался тот, куда-то туда упал. А вот он, сейчас один летает. Сейчас, вот он. Не было ж тебя, не было. Вот, видите как. Вот он, друзья, вот он. Опустился, это лохматый. Гнал он лодочника сына. Ну, не знаю, упал он так, не упал. Давай, садись, это лохматый. Садись.
И вот все, все небо вот в стрижах, в ласточках. И вот они поначалу начинают шарахаться, а потом начинают к ним привыкать, вот обратил внимание. И когда подходит сапсан, они, небо-то полное, думают, ласточка. И бывает, что не замечают. Вот он, вот он. Давай, садись, садись. Садись, садись. Вот она, изменилась. Вот упал. Вот, посмотрите на него. Он боится. Как. Не было, друзья, не было. Последний раз, вот сколько вот, может, 3 недели назад атаковал. Вот сейчас пискунов надо обганивать, а их перещелкает. Вот, хотя посмотрим, я не знаю, может быть, порвал там. Вроде, я не знаю, не зацепил, но несколько моментов чуть не поймал. Не знаю, что я там снял, пока не видел. Но все быстро происходит. Все быстро происходит. Вот, посмотрите на него. Подождем. Вот, друзья, выпустил пискунов. Наверное, 2 часа прошло, и вот он прилетел. Вот он. Прилетел. И вот лохматый тоже вот он. Вот. Вроде целый. Вот, вот, вот. Клюв, видите, открыт как. Только упал прям сверху, вот сюда на крышу, а потом сюда слетел. Вот, целый, целый. Но все равно, друзья, это хочешь 10 раз уйдешь, 20 раз уйдешь, на один прекрасный день все равно поймает. Поймает. А он без кунята. Приучаю. Фух, ласточек куча в небе. Куча. Вот. Не знаю, летал он, не летал, но вот такое состояние. Вот посмотрите. Голубь должен летать спокойно, чтобы показывал все, что он может. Если он напуган, ничего он не покажет. Либо от страха будет мотаться, либо упадет. А надо, чтобы показывал голубь спокойно, чтобы он себя чувствовал и показывал все, что он может. Вот, вот этих вот гонять, вот. Пискунов перещелкает. Ладно, друзья, как-то так. Всех благ вам. Всех благ. Это не все голуби. Там еще. Там. Ну, постараюсь все показать. Постараюсь показать, как, что, как играют. Новые голуби. Вот. Вот пара здесь. Ну, это брат и сестра. Вот. Вот и... Вон она, самочка. Это одногнездки. И еще тама есть на птенцах от новых голубей. Ну, посмотрим. Все покажу, все, все впереди. Главное, чтобы небо было чистое. Удачи, всех благ вам. Всего-всего вам хорошего. Ладно, солнышки греют, греются. Удачи!